Сегодня Объединенной гидрометеорологической станции Наринмара исполняется 90 лет. Первые наблюдения за природой в округе начались в устье реки Печора еще в июле 1901 года. Но это были лишь пробные исследования. 14 ноября 1926 года станция начала работать в непрерывном режиме. Сейчас на метеостанции трудится коллектив высококвалифицированных специалистов, влюбленных в свое дело. О тех, кто наблюдает за капризами природы, расскажет Любовь Пермякова. Иван Ванюта запускает в небо специальный шар – метеозонд, наполненный водородом. Таких шаров за 90 лет работы метеостанции было запущено несколько тысяч. Они предназначены для изучения атмосферы, давления воздуха, влажности, температуры. Все эти параметры определяет контейнер с аппаратурой, который подвешивает к метеозонду. Запуск шара – процедура отлаженная, напоминающая запуск ракеты. Здесь все рассчитано по секундам. Получается, полтретьего еще сколько запускать ночью? Также полтретьего ночи. Угу. Все, через 12 часов каждый день. Ну, я запущу, там сидит специалист на аппаратуре, который смотрит за всем. Смотреть за всеми изменениями в природе – основная задача сотрудников метеостанции. Причем не только в воздухе, но и на водных объектах. Раньше приходилось все делать вручную. Вот на миллиметровке чертили вот такие графики. Это вот совмещенный график уровней воды. Людмила Дуркина, ведущий океанолог, показывает нам архивные документы. В реках и озерах Ненецкого округа она ориентируется, словно рыба в воде. Ведь на протяжении 48 лет женщина непрерывно наблюдает за уровнем, температурой и ледовым режимом основы жизни. Вы знаете, я после 8 класса поступила в техникум. Мне было интересно, я привлекло слово «морской». Я хотела с морем работать. А, честно говоря, вот так вот специальность, когда уже точно свою, я только на 3-м курсе узнала в техникуме, что именно, чем я буду заниматься. А вообще-то мне привлекло слово «морской». Ну, сейчас я изучаю, мы изучаем здесь Печору. Это устьевая часть, она взаимодействует с морем, поэтому здесь нужны специалисты и гидрологи, и океанологи. У нас работают гидрологи и океанологи. Группа у нас 4 человека, поэтому вот так как река взаимодействует с морем, оказывает влияние большое на устьевую часть, поэтому вот здесь нужны специалисты-океанологи. Как в природе все стихии взаимосвязаны с собой, так и на метеостанции Наринмара все группы сотрудников тесно взаимодействуют. Кроме орологов и гидрологов работают еще и метеорологи. Одна из них – Инна Чупрова. Почти 30 лет техник-метеоролог наблюдает за погодой, собирая данные приборов на специальной площадке. Это каждые 3 часа я должна снять показания, зайти в комнату, обработать, занести, передать, чтобы она поступила на карту. В Москву, туда дальше, в Архангельск, а потом она идет в Москву. Всего на площадке под открытым небом находятся десятки приборов. Напочвенные термометры, осадкометры, будки, гелиографы. Он служит для определения продолжительности солнечного сияния. Солнышко выглядывает, делает на ленточке прожог. Потом мы вечером это все снимаем, заносим. Данные из приборов снимают каждый день, в любую погоду – мороз, ветер, дождь. Но, несмотря на это, профессию Инна Чупрова любит. Говорит, с детства влюблена в природу. Впрочем, как и все 28 сотрудников Объединенной гидрометеорологической станции Наринмара. Да, вы знаете, этот коллектив станции у нас, можно сказать, ну, самые меньшие работают 8 лет. А некоторые отработали уже даже больше половины, больше 40 лет отработали на станции. То есть здесь случайные люди у нас не задерживаются. Да, кто уже душой, как говорится, прикипел к этой работе, те и остались, те работают. Вот такие преданные, верные своей профессии люди работают на метеостанции. И шутя говорят, несмотря на то, что погода в округе часто бывает холодной, у них в коллективе всегда тепло. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».